Здравствуйте! Хочу поделиться с вами конструкцией блока питания для шуруповерта, у которой из строя вышли аккумуляторы. Сам шуруповерт имел аккумуляторы на 18 вольт. Самая главная деталь блока питания – это трансформатор, мощностью 1 кВт с выходным напряжением 19 вольт. Корпус для трансформатора изготавливать не стал. Заизолировал клемные колодки скотчем, сделал ручку для переноски. Со стороны сетевого напряжения 220 вольт установлен сетевой предохранитель на 5 ампер. Диодный мост и конденсаторы находятся в корпусе из-под аккумуляторов. Сейчас я покажу, что находится в коробке из-под аккумуляторов. Тут находится диодный мост КБПЦ-5010. На 50 ампер и обратное напряжение 1000 вольт, который закреплен на радиаторе. Насчет радиатора не знаю, насколько он нужен, просто у меня был этот диодный мост уже с радиатором. Емкости 4700 микрофарад на 63 вольта, 3 штуки. Спереди я установил вот здесь магнит для шурупов, что очень удобно в работе. Теперь они никуда не деваются, их удобно брать. Соединители провода должны быть большого сечения для уменьшения потерь. Напряжение на клеммах составляет 25 вольт. Конечно, шуруповерт потерял мобильность, но при использовании быту это совершенно не критично. Шуруповерт с блоком питания всегда готов к работе. Благодарю за внимание.